Великий день, Александр Прокофьевич, Худяков Павел, 4 класс. Великий день, мы так его назвали. Пред ним стеной дым пороховой, над пеплом, гарью, жудами развалин, им поднят стяг победы боевой. А там, где бились воины простые, размашисты, суровы, горячи, победа распростерла золотые, прямые, незакатные лучи. На мраморе записать всех поименно солдат России. Века, века, да чтоб над этим мрамором знамена простреленные рвались в облака. И надписи на мраморе гласили: сынам родным, повергнувшим Берлин, от благодарной матери России, и чтоб теплым ветром веяло стоять.